Алус мен гарпантас, госой красин полемидзон, хеутом метехи гекастос, аполота люгро олетро. Ал, да можно я тоже, да? Алус мен гарпантас, хасой тросин полемиздон. Пейт хомен эйхи хикастус, а пол лето лю груалетро. Так. Всех остальных, которые с троянцами сражались, видимо, мы опросили. Ну, получается так, да. Опросили, подождите. Мы, ну да, Пелтумай, это Пинханумай. Наверное, не опросили, а узнали о них, нет? Про них узнали, кто где. Хотя... Пинханумай, да? Мы узнали, вы знаете, наверное, не опросили, потому что дальше видишь, что написано? Да, о поле. Да, узнали, где каждый из них умер, погиб. Угу. Дальше Татиус Моди, да? Каким-то злосчастным... Вот смотрите, Олетро, да, это гибель, да? Это да. Однокоренной с олями, на самом деле. Вот этот слог, это тот же самый слог, который в этом глаголе. Угу. Где гэки, да, каждый из них погиб злой смертью, скажем. Да, плохой смертью. Да. Так, отлично, давайте. Давайте еще одну, да, там, отдельную. Кейну дау кай алетрон. Апеута теки кранион. Смотрите, вот это апеутха, это альфа-приватиум, а корень тот же самый, который один из трех корней, которые... есть в глаголе пюнханумой, да? Понял, да. А как бы о нем, видимо, Кейну, это имеется в виду Одиссей. А о нем и гибель, как бы, и смерть его сделал неизвестный Кранит. Да, то есть Зевс, да? Угу. Да, и Аори с Татитхами без аугмента, да? Что... Совершенно нормально для Гомера, да, так. Давайте сразу три, может быть, да, теперь. Угар тис дюнатай, сафа эй пэмэн гопоталолан, эйтго гепэй... Смотрите, можно подумать, что это эйтхы, которые, ах, если бы, но это просто эйты, или, да? А, подождите, вы еще не прочитали. Так, о чем проблема? Эйтх, ну давайте выделим. Эйтхогепэйру. Эйпэйру, да. Дамы ан... Драсидюс Минеэсин. Да, тут хотел бы подчеркнуть, что здесь вот у нас вот здесь вот, да, вот это становится как бы краткой, да, в слиянии. Тут сливается две гласных, да. Поэтому вот здесь у нас получается вот отсюда, начиная до сюда, у нас такой как бы, ну, дактиль получается. Уддаме Андрасидюс Минеэсин, да. Эйте кай
Хаен Пелагей, Метакюм, Масин, Тритос, йота долгая. Амфитритес. Понял, да. Никто не может. Вот это смотрите, это можно подумать, что это какая-то личная форма, но это как у Сафа, помните, было, по-моему, инфинитив с таким окончанием. Это инфинитив. Да, да, да. Никто не может ясно нам сказать. Да. Ну, как бы, где он погиб? Да, да. Ни, значит. Дамы, понимаете, что такое дамы? Дама – это пассив такой, аористный, дама, без аугмента и без тхеты, от глагола… Ну, там есть целая куча глаголов с таким корнем. Дамаздо, дамнюми, по-моему, да, еще там какой-то дамау, есть какой-то слитный, по-моему, вариант. Но это пассивный аорист от него. Поражать, да. Угу. Или брать, может быть, в рабство. Ну, даже был как бы стерт с лица земли, и даже, то есть, уничтожен, так сказать, даже хуже даже. Угу. Повержен. Угу. Тогда Андраси Дюсменесин, это как бы этот самый аукторис такой. Это такой аукторис, который выглядит как инструмент, да, в дативе. Такое ощущение, что, ну да, 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 дативус аукторис такой своего рода. Угу. Сейчас, а этот, ну, видимо, ни на какой земле. Или-или, я думаю, или-или, непонятно, где он погиб. Он, знаете, гопотхэ ололен, да, где же он погиб? Либо на материке, то есть на суше, он был уничтожен. Да, был уничтожен каким-то противным, враждебным мужем. Да. Или мужами только. Мужами, да. Или в море с волнами. За, ну, или во след в волне амфитриты. Это выражение такое гомеровское, оно есть. Обратите вообще внимание, что метас дативом, да, такого вы у ксенофонта не увидите, да? Метас дативом бывает у Гомера. А метакюмес это, по-моему, просто в волнах. Ну, вот откройте метас дативом. И вы увидите. Только поэтическое, видите? В волнах. Либо на море, в волнах. Ну, это плеоназм, конечно, да? А, на волнах чьих? Амфитрит. Амфитрит – это жена Посейдона, да? Угу. То есть, она на стороне Посейдона, да? Она его жена. То есть, она тоже ненавидит Одиссея, да? Наверное. Понял. Наверное, так. Так, ну, пожалуйста, да. Ну, можно сразу 4 теперь. Да. Туна конюн тасагуны. Гиканумай гай кетелейстха. Угу. Кейну люгрон алитрон. Нет, кейну люгрон алитрон. Угу. Эниспейн эпу апопос. Офтальмойси теойсин эалу мютон акусос. Пладзо мену перегар мин ои дзюрон тейк мин аи дзюрон теке. Аи, нет, аи дзюрон теке метр. То есть тут, смотрите, по положению вот это омикрон долгое. Это тоже долгое, по словарю. Вот так вот. Понятно. Еще раз, значит, пла...
Пладзомену. Перегар, да, перегар. Пладзомену. Перегар мин аи дюрон текеметер. Ну вот. А, кстати, а как вот эту букву читаете? Вы не стали переучиваться, да? Я просто сейчас сам переучиваюсь. Ну, Но если нужно, я могу не, начать, я да, как. фонетика для меня вообще вопрос опциональный, но я просто сам переучиваюсь, да, мне кажется. Ну, так как-то модно стало на сдету, да, я переучиваюсь. То есть вот это я читаю теперь пласт домену, да, пласт домену. Ну, как хотите, да. Видимо, из-за этого нет, я прошу. Ну, тут немножко надо буквально перевести, да, не просто прошу, а хикан, кстати, вот это альфа долго, да, я припадаю к твоим коленям, да, вот. То есть, вы думаете, из-за Да. этого или из-за него, ради отца Туганека, этот, Ну, наверное, из-за него, да. Ради него, да. А вот это, наверное, если просто как эй. Да? Если ты, да, это второе лицо. Да, Вот это если ты за если... слово, по-моему. Это Энепо. Андра мой энна пемуза, полютор пунхос малопола, да? Оно. Только То есть, в общем, в аурисе только. Извините. да, если ты захотел, видимо, о его вот какой-то грустной смерти поведать. И если откуда-то Это неопределенное. Пу где-то, наверное, да, и пу. Кстати, интересно, что да, там, есть. смотрите, там ай, а здесь уже эй, да, вот как он меняет все на ходу. Да, если где-то увидел. Да, оптика, опсума и так далее. Это от Гурао, конечно, да. Если ты в перфекте где-то увидел. Какими-то божественными глазами. Нет, своими, я думаю, просто. Собственными глазами. Собственными глазами или другой, ну, или от кого-то другого рассказ услышав. От другого, который пласт-домену, да? Который его убил, Нет, что плацу это блуждать от какого-то путника, я думаю. ли? Да. От кого-то плутающего. Так, А, вот, Адзюрон смотрите, кстати. Видите, пери. Вот это. Помните, у нас сегодня был глагол в лонге переэргадзумай. То есть не просто что-то делать, а слишком усердно что-то делать. То есть пери может означать, либо пери, он иногда так вот пишется, да, может означать просто усиление, очень, слишком сильно. Мне кажется, здесь оно, давайте посмотрим, что здесь написано. Остальное. Теки, понимаете, да, это тикто, аурист, безаугментный. Да. Ну, в общем, мне кажется, что что-то вроде зря меня злополучного родила мать. Во-первых, не меня, а его. Мин это аутон. Вот это мин это эпический вариант аутон. Его. Это аккузатив. Знаете, какой вариант мин еще есть? Вот, например, я видел у. Знаете, такой поэт был Калимах поздний. Ученый. Нин. Ну, по мне, не только у Калимаха, но я вот у Калимаха. Нин еще есть. Мин, нин, это все одно и то же. Это то же самое, что аутон. Его, то есть Одиссея. Очень злополучно. Я перевел как очень. Его ведь очень весьма злополучного матери дела. Вот так. То есть мать родилась по смыслу, смысл такой, что мать родила его злополучным. Ну, а как еще? Ну, подождите, а как еще это можно понять? То есть на роду было написано ему страдать. Хорошо. Вам не нравится, да, вариант такой? Не, нормально. Я просто подумал, что вот что этот самый Пери можно как Месяц. этот самый.
Нет, ну как то, что она его зазря как бы родила. А есть такое значение у Перри? У Перри? Ну, превыше всего чрезвычайно сейчас. Ну, видимо, да, видимо, вы правы. Это просто усиление. То есть очень несчастно моего родила. А как будет зазря, раз вы сказали? Вот то, что, по-моему, в церковнославянской Библии переводит из книги «Исход», помните? Не упоминая имя Господа в суе, да? В суе, а, по-моему, в более современных вариантах католических, там, каких-то на русском, да, это переводится как «напрасно». Не помните? Наме начинается. Нет. Матен. Матен, но я не помню, что там в книге «Исход», надо посмотреть потом. Матен, напрасно. По-моему, в «Экклезиасте» тоже это слово используется, да? Ну ладно, давайте пойдем дальше. Так, ну можно две сразу, да, теперь. Так, вам виден экран? Да. Медетим май доминос милисеву мед или айрон. Милисо, наверное, милисо. Медетим май доминос милисо мед или айрон. Ал эумой каталексон Гапос энтесас опопос. Опопос. Ай доминос это тоже что-то кто-то страдающий, что ли? Нет, это, по-моему, это испытывает стыд скорее. Да. Ай деумой, да? Смотрите, Моилисово, понятно, что вот это не слитная форма, да, это что получается у нас? Ну, ЭО сливается во что? В У. Да, в такой дифтонг. То есть это императив, да? Медиапассивный. Второго лица. Мелисо умиротворять. Животворить, удалять. Я думаю, в таком дурном смысле слова, то есть не вешай мне лапшу, не успокаивай меня, да? Не корми меня пустыми надеждами, вот в этом смысле. А, кстати, у айдеумы, помимо значения свеститься, испытывать стыд, есть значение щадить еще. Да. Ну, в общем, он его просит тогда, ты меня не умиротворяй, в общем, какими-то словами, чего-либо устыдившись или чувствуя сострадание, или айрон. Ну почему чего-либо? Меня. Ти, я думал. А, ти. Нет, ти это неопределенное. Вот понял. Не стыдясь чего-либо, да, меня не щади, да. И не жалей, да. А помните, как в обычной прозе был бы жалеть? Какой глагол? На фе. Сейчас. Самый такой частотный, да? Кстати, вот это Ф, раз мы заговорили о фонетике, я тоже переучиваюсь читать его как Пх. Пхейдомай. Или Фейдомай. Пхейдомай. Отложительный глагол почему-то не пишет. А, пишет. Пхейдомай, жалеть. То, что по-латински парку. Точно, да, это главу знаю, это главу. Ну, конечно, знаете, там частотные, просто забыли, да. А он с каким падежом используется? Блин, не пишется лучше. Может быть, в генитиве? Конечно, с генитивом, да. А в латинском языке был бы с дативом тоже, да. Тут тоже не аккузатив, не прямое дополнение был бы, да. Так, ну ладно, давайте еще две, да. Сейчас, мы вторую не переведем. Ну да. Но
В общем, расскажи мне, выложи, каталексон, этот самый аористный императив, Ну, выложи. Ну, тут, ну, по сути, перескажи, да. мне. Значит, антесис. Есть глагол с приставкой соответствующей, да? Апантау. Апантау. А здесь без приставки, просто антау, да? Антау — это встречаться, да? Да. Сталкиваться. Значит, видимо, с чем, встретившись, или Это выражение такое, смотрите, вот это хопос, энтесесо попос, все вместе выражение, как тебе довелось увидеть Одиссею? Как, в смысле, в каком состоянии, мертвым, живым, наверное, не знаю. Можно открыть в словаре опопос вот это, наверное. Это от глагола гурау, от глагольное существительное. Почему-то я... А, вот она, опопе. ОПП, точнее ОПП, ОПП. И смотрите, антес и ОППС — это значит увидеть своими глазами. То есть не какой-то мютхан чей-то, какого-то путника пересказать, а своими глазами быть очевидцем. Однако ты мне хорошенечко все перескажи, что ты увидел собственными глазами. Вот. Давайте еще две. Да. Лисомай эй патетой типатер эмос эстлос адюсос. Видите? Давайте четыре строчки сделаем. Эпос эти эрган. Да. Постас эксе экс. Тут альфа долгая. Тут все долгое. Вот это долгое по положению. Это долгое. Это долгое перед двойной согласной. Это долгое перед двумя согласными, которые он специально сделал двойной. Да, вот смотрите. Дайте я сам, потому что сложная строчка. Хочется потренироваться. Эпос э эти эргун юпос. То сас экс это лесен, да. Демо эни траон хоть и пас хете пэм матахай так тонюн мой мне сай Кай мой не мертес. Кай мой. Кай мой не мертес эниспас. Можете еще раз почитать этот последний? Тон нюн мой мне сай. Угу. Кай мой не мертес эниспас. Угу. Я тебя умоляю, Лиса моя. Да. Если когда-либо тебе мой несчастный отец Одиссей. Нет, благородный эсхлос. Да, мой благородный отец Одиссей. Или слово сказал, может быть. Это что такое? Это или. Я думаю, это или, да. Или слово, или дело, там что-то такое. Я понял. Или слово, или какое-то дело. Это юпистами? Юфистами, да. По-моему, значение есть какое-то особенное. Вот. Есть. Это самое, оказывать сопротивление. Брать на себя, изъявлять готовность. Быть устойчивым, останавливаться, существовать, быть в наличии.
Вот в сочетании с глаголом телео, который дальше идет, да? Ну, в общем, совершил, исполнил какое-то слово или А дело. не, мне кажется, пообещав, знаете, вот здесь значение обещать, пообещав, совершил. Или слово, или какое-то дело совершил, да? Да, среди народа троянского. Хотя это не очень понятная строчка 99, честно говоря, да, что значит пообещав совершил, ну, тут что-то конкретное имеется в виду, видимо, да? А как можно делом, как можно слово совершить, вот мне тоже непонятно. То есть сказал, наверное, просто, да? Или слово, или даже дело какое-то, пообещав сделать, сделал. Ну, пускай так. В народе среди троя... Да. А что такое, подожди, Среди. а народ, что за народ? Мне кажется, что просто среди троянцев. В народе троян. То есть, по сути, НГ, да? В земле. Энхора. Где вы, ахейцы, претерпевали? Да. Вообще, Пасха это же презанс, нет? Это презенсная основа. Но вы помните, что у Гомера может отсутствовать аугмент. Это имперфект, наверное. Понял, да. Претерпевали страдания, о которых Мнесей это этот самый, это инфинитив. Так. Мне кажется, императив. Ну На да, мне напомни, ты да. меня не напомни, да. И значит, выскажи мне. Нелживая, вот это нелживая. Правдивая, да? То есть всю правду мне расскажешь.